Слава Ростоцкий, инспектор! Слава Ростоцкий, офицер. Элиза придет. Во сколько? Не могу сказать. Но чтобы не произошло, это должно случиться именно сегодня. Понимаешь? В любом случае, я твой должник. Но не пуха. Хорошо потрудиться во благо Родины, инспектор! И вам, офицер. Следующий. Ваши документы. Цель визита. Работа. Продолжительность. 3 месяца. Разрешение на работу. Извините. Время пребывания истекло. Пожалуйста, я как только въеду, я сразу продлю. Я добивался этой работы 4 месяца. У меня семья, я не смогу их кормить. А вам же ничего не стоит, вы же штамп ставите только в паспорте. Никто и не узнает. Простите. Следующий. Отсутствует право на въезд. Я Сергию. Он сказал, вы можете помочь. Отсутствует право на въезд. Я прошу вас. Вся моя семья погибла. У меня нет никого, кроме Сергию. Это ведь про меня, да? Простите меня. Я понимаю. Передайте это Сергею. Прощайте. Следующий.
сестра у меня здесь живет. Уже 3 года не виделись. Продолжительность? Ну, пару дней всего, а потом уже назад ехать надо. Добро пожаловать в Арстоцку. Спасибо, инспектор. Следом идет моя жена, так вы с ней не слишком строго. Она впечатлительная, потом всю ночь спать не даст. Ой, передо мной сейчас муж мой был. Надеюсь, не сильно вам надоел. Цель визита? Да к сестре его, господи. Вот потащил на старости лет. Небось и... Продолжительность? Денька на 3, не больше. Ну, где это видно? Хозяйство простаивает, а мы по гостям шляемся. В вашем паспорте ваша фамилия указана как Рабинский. А в праве на въезд как Рабинский. Да я всю жизнь с этим мучаюсь, как только не исключат. Получаешь свидетельство, там я с мягким знаком. Паспорт меняешь без. Кто ж их разберет-то? Один раз, знаете, даже Рабинский было. Вы уж не обессудьте, пустите. Он ж меня потом проезд всю, прохода мне не даст. Все попрекать будет. Прошу вас, миленький. Я ж назад-то домой нормально не доберусь. Все деньги-то он забрал. В следующий раз исправьте. Спасибо тебе, родненький. До конца жизни не забуду. Следующий. Ваши документы. Заколеченью! Закалечь ее.